Ну что же, ребята, всем привет, с вами Сава, и мы продолжаем играть в Растон, ребята, да, уже только на новом серваке. Мы играем на Хардра, заходите, ребята, создадим клан, и будем здесь гонять, рейдить и также стримить, ребят. Так, мы сейчас находимся возле цистерны, я так думаю, для начала мы построим домик, буквально небольшой, для того, чтобы мы смогли развиться. Давайте я вам покажу, как отсюда видно цистерну, реально, здесь ее очень так красиво видно, но я не знаю, туман нам помешает это увидеть или нет. Да вроде нет, в Леванте просто офигенный вид. Вот я так думаю, вот тут вот где-то я его свой домик построю. Чтобы было видно из-за деревьев. Во, вот тут вот чисто, все хорошо. Так, ребята, там я немного нафармил ресов. Давайте пропишем кит. Какой тут есть кит? Кит хом, да? Вот кит хом. И что нам дается? Вот, дали немножко дерева. Это нам хорошо поможет, но... не очень. Так, для начала мы скрафтим себе шкаф, дальше мы идем где бумагу мне скрафтить. Бумага, фу-фу. Бумага. Так, тут нету кеночки. План постройки и кеночка. Так, сделаем себе буквально домик 2 на 2 для начала, а там уже посмотрим, что к чему будет. Так, вот так вот, чтобы было все как у людей. Так, сразу просто так. Ставим одну печку, пускай пока переплавляет МВК, именно в это место поставим. Так, сюда ставим дверной проем. Так, вот так вот, сюда ставим вот так вот так. Вроде бы прикольно получается, ребят. Так, я так думаю, в домике мы поставим лучше наш шкафчик у тебя вот. Так, сгубаться мы. Так, сразу крыша. Сразу здесь опорку поставим. Так. И закрываемся. Так, и переворачиваем. Все, у нас будет намного сложнее еще зарейдить. Так, это случайность. Вот так вот. Твой дроп. Давайте стримуем, чтобы нам хотя бы какие-то ресурсы вернулись. Я надеюсь, нам уже вернулись, да? Блин, мне ничего не вернуло, жалко. Домик забываться, ну ладно. Только МВК уже переплавлено. Я могу скрафтить себе арморовую дверь? Арморовую могу. Так. Так вот. Но здесь очень долго, походу, крафтится. У нас переплавляются печки. Это достаточно плохо. Так. Крафтим еще одну печку. Вот. Сюда вот. Так, 3000 дерева. Возьмем отсюда. Тоже металла. И засунем сюда. Пускай тут тоже переплавляется. Тем временем мы скрафтим себе сундучки и подождем, пока они у нас переплавят эту всю ерунду. Итак, ребята, мы, короче, скрафтили себе кодовый замок. Теперь у нас двери, кстати, не имеют мягкой стороны. Это нам очень хорошо позволяет. Код у нас выводится
с клавиатуры. Ну что ж, ребята, идем в бой. Так сказать, попробуем наши силы. И пойдем облутаем цистерну. Так, построили себе буквально вот такую вот маленькую коробочку. В скором времени я ее улучшу. И все будет у нас чики-поки. Так, идем. Чисто прямо, не останавливаясь. Идем на цистерну. Залутаем ее. Кабанчик, ты мне нужен? Прости, не хочу тебя убивать, но ты нужен. Ты серьезно нужен. Мне нужно из-за тебя делать ферму. О, так, все, спасибо. Ферма, я имею в виду про... Там еще и со стволом стреляет. Набираем чуть-чуть дерева. Попробуем сейчас разнести. Нужно сетхом поставить. Ты что-то забыл. Быстрее там нужно сейчас забежать. Поставить сетхом. Я тебе обратно. Так. Я так думаю, мы пойдем туда на выстрел сходим. Посмотрим, думаю, что. Че к чему? Так. Сетхом один. Сетхом один. Все. Хорошо. Спальник не ставить, это тоже хорошо. Так. Вокруг себя я вообще не нашел никаких домов в радиусе 1 километра. Ну, в принципе, такое примерно расстояние. Не очень приличное. Но все-таки оно есть. Так. Пошли, попробуем отжать лут. Так вот, нужно найти камешек. Долбанный кабан, что так пугаешь? Так, впереди ребята у нас где-то находится, попробуем услить. Или человек, который случайно выстрелил. Который залез на цистерну. Так, сейчас нужно посмотреть всю цистерну. Так, давайте. У подъема вроде никого. На самой цистерне никого. Наверху также, значит, это возле нее бегает. Так, давайте скрафтим на все бинты. На всякий пожарный. Так, слот посередине оставляем пустым. Для чего это важно? Вверху родника. Так, ребят, сейчас будет очень опасно. Посмотрим, как мы что-то сделаем. Если что-то сделаем. Я думаю, у нас все получится. Так. Чуть-чуть вообще никого не видно. Наверху также. И бочек нет. Которых можно полутать. Сейчас будем слушать шаги. Если они на стороне или нету. Так, здесь мало МПЗ. В скором времени, я так думаю, добавит большой МПЗ. Итак. Уже шагов я вообще не слышу. Ёпнула. Ну, походу, собака сейчас сожрет. Нет, не сожрала, мне повезло. Вот первый наш представитель. На... Убийство меня. Это собачка. Благо я его слышал. А вот шагов я реально не услышал на цистерне. Такое чувство, их там вообще нет. Вот прям вообще. Так, давайте отхелфимся. Немножко, чтобы нас с первого раза не убили. Не страшно здесь на цистерне. Может, стреляют. Стреляли, то есть.
чё-то никого там тут не встретили. Я думаю, она залутанная. Мы просто так туда полезли. Если чё, без записи туда залезли. Так, рядом с нами ещё добавок находим. Ещё такие местности, как РТ. И вроде бункер военный. Давайте сбегаем на них, сходим. Посмотрим. Так, камешек нужно набрать. Сейчас давайте наберем камешку. И лака тоже принесем. Я не понимаю, камешек у нас будет сегодня. Спасибо за камешек. Так. 20 выстрелов, это будет достаточно много. И мы сделаем вот так вот. И сделаем вот так вот. Ага, здесь такое всего лишь по 32. По 32 стрелы. Это не очень хорошо. Это плохо. Так, серый камень, это, я думаю. Сейчас мы его вобьем. И пойдем сходим. Так, ребят, сейчас будет очень опасно, я тут думаю. Прям очень опасно. А то, что мы идем на такие сейчас большие заводы, которые нам для начала не требовалось выйти. О. Ух ты. Такое чувство меня рыдет. Потому что было близко. Очень близко, я бы сказал. Я не пойму, где стреляют сейчас. Где-то там слева стрельнули. Вот тут впереди взорвали. Я, конечно, не знаю, что это такое было. Давайте просмотрим наш дом. Сзади нас сейчас стреляют. Пошлите, быстро сгоним. Короче, возле дома нашего никого нету. Бежим к тем парням. Это очень опасно. Не знаю, где там кто стреляется. Сейчас найдем, короче. Так, ну где кто? Убил одного. Попал. Попал. Саны обоссаны, уроды, обоссыши. Троих, ребята, троих. Вот просто изи вы. Короче, их убиваем. Быстро. Глушак, пайп. Забираем это. Полки. Стакуем. Так, что у тебя было? Пайп был еще один. Что у того парня? А тот парень прям был залутан. Так, ребята, вот это везение троих просто ручка, ну. Офигеть! У меня даже некуда это все ставить. Так, я тут думаю, вот это я скину. Быстро нужно все это делать. Ой-ой-ой. Так. Так, ух ты, двойные двери. Так, вот этот выкинем. Вот это выкинем. МПЗ нужно забрать. Так, вместо чего можно это все выкинуть?
Так, место ткани. НПЦ забираем. И кодовый замок. Так, кодовый замок. Арбалет нужно взять на изучение. Сетчатую дверь. Все, валим отсюда. Ребята, вот это вы понимаете, да? Вот пришел, просто парней развалил. Так, на изичную. Омга. Люди, лахи. Так, и место где-то выкинул. Все, бежим. Бежим в дом. Блин, ребят, мне так повезло дико. Картечь вот такой откинем. Возьмем, то есть. Две взрывчатые вещества. Два взрывчатые вещества, то есть. Вообще, ому как повезло. Так, теперь тут слушать нужно. Здесь тут взорвали мой дом. Походу. Слушаем. Печки работают, все хорошо. Заходим. Ребята, просто изи. Я не знаю, как у меня это получилось, но... У меня все-таки это получилось. Взял парней на изи. Сейчас пойдем. Так, тут ничего нету, нужно положить вот сюда вот. Сюда в маленькую. И сюда тоже. Маленькую. Так, все правильно так сделали. Так, теперь вот сюда добавим. Все по-быстрому раскидаем. Это можно было выкинуть. Это выкинем. Что мне не нужно? Так, это. Так, уголь. Это все можно взять. Так, положить туда пайп один. Арбалет. Так. Вот это выкинем, вот это можно выкинуть, вот это можно выкинуть. Вот это положим, вот это положим. И вот это положим. Это с собой возьмем. Вот это положим. Так. Больше тут ничего нету. Вот сюда. Все выложим. Нужно пайп куда-то деть. Деть куда-то пайп нужно. Вместо чего? Тут все занято важным. Так. Вышить можно вытянуть. Нельзя, что ли? А, вот это можно, это точно 100% знаю. Так. Все. Нет, не то. Это положить. Давайте буквально парочку секунд задержимся тут. Так, ребята, забираем наши МК, выкладываем, пускай дальше переплавляется железо, оно нам в скором времени понадобится. Так, ой, зачем выкинул стрелу, они тоже мне понадобятся. Ну все, ребят, короче, отхил есть. Просто на изи подобрал парочку людей. До такой степени изи. Я даже себе такого не представлял, что я их порву. Так, идем чисто напрямик через это озеро. Какое-то оно опять темное стало. Кстати, ребят, да? Не заметили такое? Может, просто из-за глубины? Не знаю. Короче, бежим быстренько. Вот это РТ, утаим его и все. Так. Нет, ну буквально реально сильно повезло, то что нам попались такие дичи, которые не свайпа стрелять не умеют, ничего. Но еще повезло добавок то, что они были лоу. Ну был один лоу, в одного и два раза попал, не успел захелфиться. Да, это было мое спасение буквально. Ну что ж, теперь поделать. Мы их убили, и нам хорошо. Так, бежим. Не останавливаемся. И где-то впереди должно быть РТ.
Где только она, без понятия. Так, нам еще далеко до нее бежать, да нет? В принципе, не очень. Но приличное расстояние, так что давайте по-быстрому добежим до этого. Нужно будет сейчас еще скрафтить себе немножко ткани, ой, бинтов, чтобы отхелфиться. Тут деревце, блин. Так, домик. Первый на прицеле. Сразу 20. Ага. Все у нас по 15. Ага, он уже зарыжен. Моими руками все это было сделано. Жалко. Жалко, жалко, ребят. Но я думаю, в скором времени мы быстро разовьемся и разживемся. И у нас тоже будет свой первый рейд на этом серваке. Так. Давайте заходите сюда и будем вместе выживать. Кто хочет со мной повыживать, и кто-то хочет попасть на мою серию по рейду или постримить тоже вместе со мной. Если вы досмотрели, конечно, до этого момента, не знаю. Что это такое-то? Ё-моё, это ткань. Я думаю, что это? Так, мы уже впереди от нашего РТ. Буквально пару шагов нужно будет сделать, и мы уже там. Так, находим нашу первую бочку, лутаем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, опа. Противорадиационная таблетка. Ну, в принципе, я так и думал, и ждал, то, что выпадет какая-то фигня, а не что-то хорошее. Но мы не огорчаемся, потому что нам еще нужно немножко будет полутаться. В бункере. Мы пришли к бункеру, я так думаю, да? Если бункер, это то... Ну, в принципе, хорошо, но там не очень лут спавнится. А здесь лесок такой приятненький какой-то. Мне нравится. Картиночка. Так. Мы пробежали, да, реально на бункер. Давайте посмотрим, что у нас что к чему. Чем тут выпадет. Здесь ничего, значит, кто-то что-то кушал тут. Что-то кто-то моё съел. Так, возьмем. Первая наша будет коробочка. Охренеть, тут чё, их что ли? Ребят, сейчас прям на серии, короче, сделаем изучение. Изучение этого. Ой, пистолетных. Просто патрон. П56. Офигеть. Первый раз вижу такую серию, чтобы лут здесь спавнился такой большой. Ну, увеличенный, то есть. Офигеть. Еще черника выпала. Идем, короче, сразу к тому домику. Я даже не знал, что такие сервера существуют. Ну, короче, теперь знаю. Еще одну коробочку. Посмотрим, что это нам тут выпало. Да, здесь реально улучшено. Серьезно, я только что это... излутал. Вот это добыча, так я понимаю. Ребята, так думаю, здесь даже мы останемся играть на долгое время. Офигеть, мне нравится. Только стол изучения где-то. Самодельный меч изучения нет. Жалко. Так, здесь же... Вон еще здесь вспомнится. И тут внизу есть дроп. Такой вроде хороший. Ой, нет, почки просто. Ну ладно, давайте тоже их заберем. Заберем, то есть. Нет, вы издеваетесь, да? Блин, я подумал, мне калаш выпал. Так. Это, в принципе, можно выкинуть. Балаклаву натянем. Оставим.
Это выкинем, съедим. Выкинем. Так, хрен он тут попадал. Так, ну забирайся же. Так, пустая баночка. Штаны не нужны. Что-то еще выпало. Просто отъедаемся. Интересно, на это нужно выкинуть. Офигеть, ребята, просто... Блин, мне нравится этот сервер. Короче, залазим наверх. Давай, поднимайся. Скорей. Опа, прыгай, да... Опа, достала. На стриме не доставал. Ворота. Еще четко. Четко. Опа, домик. Не маленький, кстати. Так. Ну, пошлите дальше искать, что-то посмотрим. Есть. Чего-нибудь нету. Кстати, баги не исправили так еще. С X-Ray. Так, тут ничего нету. Я так думаю, это выкинуть можно. Понятно. Так, что у нас тут есть? Там вот ТВ какая-то должна быть вроде. Давайте посмотрим, зайдем. Здесь лут должен быть. Тут нет лута. Это было сразу понятно, короче. Давайте посмотрим, есть здесь стол изучения. И если его нет, то мы заканчиваем нашу серию. На сегодняшний день это прям реально... Здорово, какой прикольный сервер. Так. Давайте так. Жалко, наш персонаж быстро бегать не умеет. Чё тут? Я тут вообще никогда не был. Даже не знаю, куда идти. Там тут ничего нету. Тут у нас тоже вроде что-то должно быть. Но почему-то тут больше не спавнится ничего. Либо его тут залутали. Так, давайте. Идем чисто прямо сейчас. Там что-то тоже что-то есть. Блин, жду раскраски этих бункеров всяких, РТшек. Блин, жду не дождусь. Так, тут тоже ничего нету. Просто прятаться в этих бункерах. Ну ладно. Очень интересно получилась именно серия, ребята. Я так думаю, за это нам нужно поставить огромный лойс. Пистолетный патрон, так думаю, мы будем изучать в следующей серии. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Не забывайте заходить на этот сервер, ребят. Я хочу с вами поиграть, а то одному уже немного скучновато. Так что вас жду и... Пишите в чат сова, и чтобы я вас нашел. То есть вы меня нашли. Мы вместе поиграли. Всем удачи, ребята, и всем пока.